И пока фотошоперы НАСА создают фотоматериалы о том, что они были на Луне, мы, спецдоровцы, на пересечении Московского шоссе и набережной реки Лазури в Твери создаем реально работающие умные перекрестки. Здесь вот прям пушка будет работоспособность, все это будут видеть, потому что длинных очередей не будет вообще, оборачиваемость объекта очень высокая и затруднений нет никаких. Вот мы видим, сейчас пошел левый поворот, он полностью вытянется, с набережной вообще машин нет. И все благодаря умному перекрестку от Спецдор проекта. Индуктивные петлевые детекторы, интеллектуальный дорожный контроллер поток и, конечно же, ум и интеллект транспортных инженеров Спецдор проекта. Принимайте работу, и не где-то, не на Луне, а в Твери.